Добрый день, уважаемые друзья. Я сегодня хочу вас познакомить с такой вещью, как ступка. Данная вещь, в принципе, найдет применение на кухне любой домохозяйки и любого человека, который любит готовить, вкусно готовить. Почему? Во-первых, с помощью этой ступки можно изготовить самостоятельно специи, раздробить какие-то крупные фракции на более мелкие, например, перец, либо там другие крупы там или что-то еще. Что хочется рассказать про конструкцию данной ступки? Во-первых, ступки, которые есть в нашем интернет-магазине, могут отличаться формой своего пестика. То есть он может быть как мелкий, так и вот такой довольно укрупненный, который полностью покрывает поверхность внутреннего ложа. Значит, что еще можно добавить? Во-первых, материал этой ступки очень качественный, это пищевой мрамор, так называемый. Вес ступки, где-то порядка 500 грамм, заслуживает уважения людей, которые ее разработали. И конкретно про трущиеся поверхности. Они матовые такие достаточно, внутри также чувствуется такой мат. Что это позволяет делать? Во-первых, раздробление будет происходить более качественно, будет более мелкая фракция, поверхности тщательно подогнаны друг к другу. И кому эта вещь симпатизирует, я рекомендую заходить в наш интернет-магазин «Купи сувенир» и делать вас заказ. Спасибо.